В Сочи в пятый раз международный конкурс стартовал в Олимпийском парке большим гала-концертом. С сегодняшнего дня на сцену начнут выходить конкурсанты. Это 13 молодых вокалистов, представляющие 11 государств. Каждый год задается вопрос, а как вот участники в этом году по сравнению с предыдущими годами. Каждый раз я говорю, ой, в этом году сильнее. А уж сильнее, не сильнее, это станет понятно после конкурса, потому что как ребята справятся с волнением, какая погода будет, как акустика. Очень много мелких каких-то вещей, которые очень важны для вокалистов. Новая волна – это особый пункт в событийном календаре Сочи. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов. Курорт принимает ежегодно почти 400 мероприятий. И каждое из них – это не только развлечение для сочинцев, но и метод привлечения туристов. Мы только за эти 3 месяца приняли 3 миллиона отдыхающих. Это выше на 200 тысяч, чем в прошлом году. И естественно, что до конца года мы 6,5 миллионов человек будем принимать. И естественно, для курорта, для туристического города очень важно, чтобы такие событийные мероприятия у нас проходили. В любви к Сочи признался и Филипп Киркоров. Но чуть позже, на сцене, перед премьерой своей новой песни «Стеснение пропало». И с этим городом у меня связано очень много, потому что в этом городе в далеком 64-м году познакомились мои родители. И если бы не Сочи, я бы сейчас перед вами здесь не стоял. Поэтому спасибо, Сочи, спасибо, гостеприимный город, за очередной праздник, который нам дарит новая волна. А 28 августа в рамках «Новой волны» состоится бесплатный концерт на площади Южного Мола. Начало в 21 час. В нем примут участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Жасмин, дискотека «Авария», Леонид Агутин и многие другие. В этом году на Южном Молу будет идти видеосъемка, чтобы потом показать сочинский летний концерт на широком экране.